Распространились сделанные военнослужащими азербайджанской армии кадры из тюрьмы в Шише, где ранее содержались взятыми армянами в заложники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев. Видео дает наглядное представление об ужасных условиях, в которых они здесь удерживались долгое время. Напомним, что накануне Второй Карабахской войны Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были вывезены из шушинской тюрьмы. По данным сотрудников Международного комитета Красного Креста, они были доставлены сначала в Гориз, а спустя некоторое время в Ширак. Это сахаримушлар. Аллах беланызы версин, неце де верив. Бунлара, буна бак, бурда адамлар. Әскерлерimiz bu defa Şuşa şəhərində yerləşən həbsxanadan görüntülər qeydə alıblar. Onlar bildirir ki, ermənilər əsir düşən azərbaycanlıları burada çətin şəraitdə saxlayıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şuşa türməsi, məşhur Şuşa türməsi. Bizim əsirlər burada saxlayıblar. Bunu bağlayıblar, açalım. Burada saxlayırmışlar. Allah belanızı versin, necə də verir. Bunlara, buna bax, burada adamlar var.